Внизу экрана вы видите очередной вопрос от подписчика моего канала в Телеграм из серии «Что женщина имела в виду?». Ну, тут все просто. Она вам явно дала понять, что как мужчина вы ее не интересуете, а поэтому сексом с вами она заниматься не хочет. Ну, готова время от времени с вами спать в обмен на что-то. То есть это такая типичная бытовая проституция, я думаю, что в данном случае женщина хочет выйти за кого-нибудь замуж. То есть она хочет, чтобы, как сами женщины говорят, вы взяли на себя за нее ответственность, решали ее проблемы, а за это время от времени она вас будет подпускать к своему телу. Нужно ли вам это, решайте сами, но, на мой взгляд, для мужчины это крайне невыгодная сделка. Секс с ней у вас будет очень редкий и унылый, потому что она вас не хочет, да к тому же она вам очень быстро надоест. А вот избавиться от нее, если вы заключите с ней официальный брак, без потерь уже не получится.